Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. Кто еще не подписан, ребята, подписывайтесь на канал. Поставьте, пожалуйста, лайки. Уважаемые мои подписчики, тоже ставьте. Не забывайте, пожалуйста, это не трудно, но вы поможете своими действиями движению канала. Лайкосик не забываем нажимать. Ставьте колокольчик, который находится справа внизу от видео, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят на канале. И хочу сказать следующее. Сейчас вы увидите дальше в видео Сашку Бомжика. Подписчик привез ему куртку. Все видосы, которые вы будете смотреть в дальнейшем или смотрите ранее, немножко включайте логику, что и когда снималось. Самые яркие моменты, самые искренние моменты и самые свежие моменты всегда только у нас на канале. Вот. И, друзья, кто отправляет донаты ТВ Маэстро каналу, будьте уверены, что они доходят до адресата, дойдут, вы будете видеть все ролики, показывающие, что и куда мы тратим. Огромное спасибо подписчику Максиму Калашникову за донат. Огромное спасибо всем, кто не равнодушен к данной проблеме. Проблема, ребята, вы видите, что люди просто-напросто погибают на улице. Что-то надо делать. Предлагайте варианты с работой, предлагайте варианты, может быть, у кого-то есть помощь в одежде, в работе, желательно с проживанием. Вот два человека, Варсак Женька и очередной белорус, к сожалению, желают, ребята, работать, но пока не найдем вариант. Есть вариант с работой, но там нет проживания. Вот. Опять они взяли, вот дамы сегодня приезжали, подписчицы, опять они взяли Сашку на работу, который волгоградский. Но он почему-то там, не знаю, один что ли день или несколько дней он отработал и почему-то свинтил оттуда. Не знаю, хотя деньги ему выплачены, на связь он не выходит. И я ему пытался сегодня звонить, не берет трубку. Вызов идет, трубку не берет. Это один момент. А то, что говорят на других каналах, мне опять приходят очередные сообщения в плане того, что там отдай деньги, купи билет, поскорей купи билет, Сашке Бомжику ты же обещал, поскорей отвези тому-то. Ну, это хейтеры, да? Для хейтеров я скажу, друзья мои, пишите обо мне больше. И это не ваше дело и не ваша заслуга, что и когда я сделаю. Вот. А для своих подписчиков и для своих людей, которые присылают донаты, я скажу так. Друзья, все будет сделано. Сроков никто никаких не объявлял, во-первых. Во-вторых, здесь невозможно объявлять сроки. В видео вы сейчас поймете, да, то, что я приходил сегодня, но, к сожалению, разошлись мы с Сашком, с Бомжиком. Не успели мы купить билет сегодня. Вот. Ну, мы обязательно это сделаем, до 30-го есть у нас время. Мы, соответственно, все сделаем по плану и по графику. И не то, что я буду решать, когда это произойдет. Это произойдет тогда, когда появится у нас малейшая возможность. Вот. Также мы съездим в Икшу, появится малейшая возможность. Пятерка-то она есть, пятерка. Но остальных средств, да, чтобы туда съездить, значит, я изыщу и обязательно туда поеду. Поэтому, друзья, относитесь снисходительно ко всем вопросам, разберитесь. И мгновенно ничего не делается. То есть, если мне пришли деньги в 2 часа ночи, это не значит, что я в 3 часа ночи пойду и куплю там кому-то билет или что-то сделаю. Но это будет обязательно сделано, что видно из роликов прошлых и обязательно будет в роликах будущих. Еще раз огромная благодарность всем подписавшимся на канал,
всем, кто очень часто посещает канал, ставит лайки, комментарии. Ребята, всем огромное спасибо. Значит, подробное и более близкое, значит, общение у нас происходит в чатах, в прямых эфирах. Заходите обязательно, задавайте вопросы. А это просто видео. Смотрите его. Сашка Бомжик. Маэстро всегда работает на опережение. И вот вам очередное доказательство. Я вышла из боя. Опять пьяный, блядь. Летчик. Летчик. Залетчик. Как у вас? Ты опять пьяный? Да. Всегда трезвый. Все в сборе. И сюда. Как дела? А что там люди говорят, что ты это отказываешься домой ехать? Я? Да. А тебе взяли билет? Честно? Нет еще, я же беру. Честно, тебе взяли билет? И поедешь домой. Он будет брать. А, так он будет брать? Да. Маэстро. Ты только его, Саня. Так он тебе взял билет? Не мы с ним договаривались. Во сколько мы с ним договаривались? Во сколько сегодня договаривались встретиться? Ой, я сегодня не помню. Говори. Не помню. А где ты был сегодня 7:30 утра? Мам. Нормально. Точно. Но. Я уже пропил. Пропил. А где ты был, блядь? Ты бухал. Бухал. А ты что на него стоишь, смотришь, боишься что ли? Тебе реально берут билет или что? Билет. Возьму ему билет, что ты. Все, я верю. И кушать, все. Все кушать? Ну все, окей. Все он тебе кушать привозит? Есть. Нет, но здоровый. Маэстро его кормит. Дорогу. Мне в Архангельск девочки. Тебя маэстро кормит? А вас? Да. Он мне и денег дает. Да? Короче, на лекарство. Окей. На лекарство. Давай вот так вот. А вы, есть у тебя сегодня лекарство? Смотри, мы приехали просто узнать. Узнать честно, да, правда? Наебывает маэстро, да, или маэстро нет? Да, маэстро наебывает или нет? Вот. Вот так вот, да? Да, мужчина. Ты уверен в этом? Вот честно скажи, пожалуйста. Не наебывает. Не наебывает, да, маэстро? Нет? Никогда в жизни. Ну все, смотри. Зая моя, зая. Зая. Я тебе верю, все. А вот этот мужья не пойдет, девушка? В мужья вот этот не пойдет? Нет, он коротковат. Коротковат? Да. А может там нормально? Да, нет. Мне нужно 1.90 м. Метр 90. А вот этих два, если сложить. Ты обещаешь, нет, что конечно, тебя маэстро домой отправит? Ну, самый маэстро, я вас, конечно, бомжик, люблю, ты обещаешь, что тебя маэстро отправит? Нет. И честно он тебя кормит? Вот честно? Сань, скажи честно, что ты меня кормишь, поешь? Это ты должен говорить. Да, это ты должен говорить. Это я должен говорить. Ты говоришь. Да, Сань, нет, подождите, подождите, не грузите его. Сань, он, Сань, да. Слышишь? Просто люди сказали, там среди подписчиков ходит такая история, что ты, что ты не хочешь домой. Нет, вообще, не только, что... Нет, это неправда. Я Саша хочу. Разводила, правда? Нет? Саша не разводит? Не, никогда. Ну все, слава богу. Никогда. Все, опять? Я он верю, меня, я в это верю. Он все. Меня кормит, поет. Правда? Ну все, окей. Я сказал чай, он мне чай купит. Пирожок, так пирожок, да? Да. Все, окей, все. Или ровно. А Мань, отстала, Маньку все, куда дел? Она опять на где твоей жена? На 10М. На 10М? Да, катается. Вот, Саня. Я подписчица, я хотела узнать просто правду, что правда, вот не что, Саша. Через два дня. Все. Нет, да я хотела просто услышать, что правда. Сашок. 30-го поедем. А, да, купим за... Вот я тебе опять говорю, сегодня я тебе 7:30 нихуя не нашел. Завтра 7:30 я прихожу снова. Пьяный. Пол 7:30 уже кривой. Ну ничего, я поймаю тебя все равно трезвого. Главное, чтобы Сашка не обманывал, все хорошо было, да? Нет, Сашка не обманывал, все хорошо. Все. Я могу подтвердить. Все. Сань, да?
Я удостоверилась это. Все. Дай, пожалуйста, я сколько времени пыталась сделать. У меня нету. Вот благодаря Сане, да? Он у меня был. Он все оплатил. У меня нет. Я 1 апреля получила паспорт. Я не курю. Я теперь... Нету. Но для ментов паспорта нет. Потому что Саша многие не слухи ходили, я поэтому спрашиваю, ребят. Нет. Я ничего не курю. Я вам верю, все. Вот скажи, она мне у меня зажигалка брала? Я откуда знаю? Ты я что, наблюдатель, что ли? Да, мне карман прятала она. Иди в жопу. На нахрен, блин, свою зажигалку. Ёб твою мать, блин. Карманик. Пани. Эй. Ксения Николаевна. Что такие? Ну, расскажи, что Лайки. Расскажи, где была. А давай танцевая. Где была? Ой, где я только не была. Крым, Рим, Дальний Восток. Крым, Рим, Дальний Восток и край Афганистана. Главное, что не медные трубы. Все окей. Ну, конечно, бы с утра, если бы в кармане была денежка... И пачка сигарет. Да и без сигарет можно обойтись. Главное, чтобы башка не болела. Где ты вот этого Валеру нашла? Они шли вон оттуда. Да я его 3 года не видел. Оттуда? Ну, по Савеловскому вокзалу гуляли. Вот оттуда. Я их встретила вот около этого дома. Так, отсюда второй. И все. Я говорю, стоять бояться, упасть, отжаться. Они оба развернулись. И куда? Я говорю, а так, гуляю. 4-й круг навариваю. Слушай, у тебя же лямка писиков. Можно жениха найти? Не, да, есть. Кому жениха? Мне. А, тебе? Да, ну, мне не надо. Тебе не надо, мне можно. Свободный образ жизни, все. Я не хочу. Я хочу стирать носки. Быть примерно женой. Ага, потом он тебе сядет это на плечики, принеси подарок. Нет, когда-то в жопу пнуть этого хуйня. А, в жопу пнуть, это хорошо. Мне хуй расслабляться. Много подписчиков. Конечно. А сколько она денег заплатила? Она сразу... Он сразу отказался. Да, мне его и не надо, блядь. Вот мне, блядь, когда у меня, блядь, там Самары кто-то там, или там с Волгограда, блядь. А что ты там прячешь? Появится, блядь. Что у тебя там есть, интересно? Он там мне. Ты что, ку-ку? Пять я взяла, ситуху. А да, что опять? На наборник, блядь. Его и пошел. Да, мне похуй на его наборник. Почему ты со мной разговариваешь вообще по его вещам? Тебе что, не нравится, у него спрашиваю, мне похуй. Это мой друг, я его принимаю как, таким, как он есть. Кроссовки модные у нее, все дела. Ну, красивая девочка. Где? У кого где? Кроссовки модные? Красивая девочка. Ну-ка, а я? Чё ты, кого ты снимаешь? А можно я рядом Ксюша тоже? Я ищу себе мужа. Нет, можно я скажу? Да. Я ищу себе мужа. Да. Налетайте, мальчики. А, да, налетайте, мальчики. Все пишите, короче, маэстро, контакты, там, я не знаю, там, Инстаграм и там и так далее. Господи. Ой, все. Передумала. А я свободная птица в полете. Не, хочу такое оставаться. А вот эта красная тачка твоя, да? Да, конечно. Вот, ребята, вот ее машина. Да, это моя. О, так что. Я как на скорости. Подойди там с этой тачки, блядь. Пик-пик сделай. Сделай пик-пик. Че? Дай зажигалку. Ты что, зажигалку? О, наконец-то все. А где мне мой-то? Чего твой? Зажигалка. Жениха, ты мне ничего не давал. Еще жениха. Ты за водой, что ли, собрал? У меня есть шауди. Маэстро, не имей. А может, я тебе давал? Ничего ты мне не давал в руки. Точно я тебе не давал? Точно не давал. А что потеряли? Зажигалку. Зажигалку. Я свою отдала. Я говорю, дай мне зажигалку, у меня, она мне черная дает. Ну вот это моя зажигалка. Подожди, отдай мою. Я тебе сейчас отдам. Знаешь как? Аслан, не надо прикалываться. Мне твои приколы вот тут уже стоят. Дай зажигалку мою, говорю.
мой. Мой хуй промеж ног. Дай мой, подожди. Где? Вот потому что ты подсунул. Мне в карман. Говнюк, давай мою сюда. Лапу убрал. Давай зажигал сюда. Все, поменялись. Хуй ты угадал. Мне черный надо. Потому что сам черный. А если Ксюха в атаке? Че, блин? Камеры поверни. Нет. Камеры поверни, говорю. Нет. Да не надо, не ругайся, не ругайся. А дай мне мою зажигалку, забери свою. Че ты несешь? Да хватит вам ругаться. Ты ерунду несешь. И не надо на мной там прикалываться. Долбоеб.